Поэтому я его сегодня заменяю. Сегодня, дорогие друзья, в этом выпуске мы поиграем в Geometry Dash. Ой, отрыжка вылезла. Но для ASMR нормально. Итак, вот наш уровень, который мы будем сегодня с вами сейчас проходить. Спасибо большое за данную идею, которую мне посоветовали 2 года назад. Фуф, ну что, с Богом, давайте проходить. Погнали. 1, 2, 3. Погнали. Так, первый шип, второй шип, третий шип. Ой, точнее, платформа. Это первая платформа. Так, ой-ой-ой-ой. Так, ну ладно, не отвлекаемся, давайте. Ой-ой-ой-ой. Дорогие друзья, сейчас. Так, давайте сосредоточились. И проходим максимально, повторюсь, максимально аккуратно, чтобы нигде не споткнуться. Потому что спотыкаться — это не слишком АСМРно, согласитесь. АСМР — это расслабление, это мурашки по коже, это очень классно должно быть, чтобы было все приятно, чтобы не было никаких там посторонних громких шумов. Должны быть только шепоты и приятные звуки. Скрипов не должно быть. Должно быть шепот, мягкий звук, в общем, постоянный. Если будут какие-то резкие шумы, звуки звонкие, то это уже будет не самый качественный АСМР. Потому что АСМР состоит только из звуков, которые, как бы сказать вам, ну они такие вот мягкие всегда должны быть, чтобы они как бы не напрягали уши. Вот так вот я хочу вам сообщить. То есть должно быть максимально уютно. Все видео. Ни в каком конце, ни в начале видео не должно быть никакой звонкой музыки. Должна быть постоянно такая вот, как бы вам сказать, шипение, шепот, во. Но тем не менее, мы прошли с 3-й попытки. Это достаточно достойно, неплохо. И самое главное, нормально. Так, смотрим. Уровень Sonar пройден. Получилось достаточно прикольно, классно. Пишите в комментариях, как вам АСМР. Мне очень понравилось. Достаточно уютно получилось, как по мне. И я бы даже не отказался пройти еще раз так же какой-нибудь уровень. Но если вам, конечно, понравится, то я обязательно еще раз пройду вместе с вами. Ну а так, на сегодня все. Я вам желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. И чтобы вы никогда не болели. Храни вас Господь Аллах. Всем удачи и всем до свидания, дорогие друзья. Всем пока-пока, до свидания. Пока, с вами был Иван.